Мы у случая прекрасного в гостях. Каскадеры, каскадеры, ведь опасность это в общем-то пустяк. Это наша судьба. Мы не можем иначе. Сейчас, когда дожди, ты меня не жди. И ночью мне не звони. Я в такую ночь буду слушать дождь, стоя в луже воды. Кто-то, 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 кто-
твоих тайных измен. Отчего-то я чаще теряю, ничего не имея взамен. За какими же новыми благами вольным полос сонному раю? Все бегут, притворяясь бродягами, пилигримы в неведомый рай. Thank you.
люди, к которым я отношусь вот с настоящим почтением и уважением, даже с трепетом с каких-то. Художники, писатели, музыканты, да. И если говорить о музыкантах, то я для себя вот могу выделить Битлз и Лепсель без всякого самокопания, хотя групп много, которые я люблю, которые я слушал в молодости. Есть, например, отдельно просто персоны, которые вот заслуживают моего личного внимания. Например, Пол Маккартни. Вячеслав Бутусов. Наше радио сделано в России. Если ты хочешь любить меня, твою тень, открой для нее свою дверь. Тонкая, длинная, черная тварь прилипла к моим ногам. Она ненавидит свет, но без света ее нет. Если ты хочешь, сделай белой мою тень. Если ты можешь, если не ты.
Осенними солнцем нас обманул апрель. Последними трамваями, случайными такси, влюбленными домой нас отвези. Кто здесь, кто там, тает почти на глазах. Кто там, кто здесь, дым идет не по кругу. Вы все чаще себя не узнаете.